Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. С вами Виктория. Сегодня приготовим вместе фруктовый десерт. Десерт у нас будет простой и очень вкусный. Фруктовый салат. К салатику я приготовлю вкусную заправку. Благодаря заправке салат может храниться в холодильнике немного дольше. Такой салатик подойдет также на большую компанию. Оставайтесь со мной. Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Сначала приготовим сироп для салата. Для этого нам понадобится 200 грамм воды, экстракт ванили. Экстракт ванили это по желанию, можно заменить, например, на ром. И 70 грамм сахара. 200 миллилитров воды смешиваем с сахаром. Хорошо перемешиваем венчиком. И отправляем на средний огонь. Когда сироп закипит, немного уменьшаем огонь и оставляем прокипеть минут 15, чтобы сироп немножечко загустел. Когда сироп у нас кипит, займемся фруктами. Очищаем и нарезаем один банан. В описании под видео я вам укажу точное количество фруктов, которое мне понадобилось в штуках и в граммах. И также я вам укажу цену. Посмотрим, во сколько нам обойдется наш фруктовый салатик. Банан разрезаем напополам, каждую половинку опять напополам и нарезаем кусочками. И теперь займемся яблоками. У меня три вот таких маленьких яблочка, они у меня завесили 390 грамм. Если шкурка у вас на яблоках слишком твердая, то очищайте. У меня яблочки с тоненькой шкурочкой, я их не буду очищать. Вырезаем серединку. И нарезаем яблоки мелким кубиком. Теперь фрукты можно найти в любое время года. Даже зимой можно найти фрукты, которые стоят не очень дорого. Или когда бывают всякие акции, скидки. Поэтому готовьте такие салатики, не забывайте. Отжимаем сок половины лимона. Бананы взбрызгиваем лимонным соком, чтобы они не потемнели. И немного перемешиваем. Сироп у меня закипел. Посмотрите, видите, какой он вот такой вот получился. Немножечко тягучий, так и нужно. Переливаем его в другую емкость, чтобы он побыстрее остыл. И добавляем 1 столовую ложечку экстракта ванили. Ну, как я уже говорила, экстракт ванили это все по желанию. Можно добавить специи, разные, корицу, кардамон. Немножко перемешиваем и оставляем остыть. Далее берем киви. У меня 6 штук, они завесили 380 грамм. Киви очищаем. И мелко нарезаем. Отправляем к другим ингредиентам. И занимаемся манго. У меня 2 вот таких манго, они у меня завесили 860 грамм. У нас сейчас акция, совсем недорого. Можно добавить 1 манго в салат, этого будет достаточно. Мне уже надо их побыстрее использовать, поэтому я добавлю все. Манго тоже очищаем. И нарезаем на средние кубики, не слишком мелко. Салатик заправляем сиропом или не заправляем, если вы не любите с сиропом. В принципе, сок фруктов тоже этого будет достаточно. Хорошо перемешиваем. Салат убираем в холодильник. Перед подачей салатик должен быть холодненьким. Раскладываем по креманкам и подаем к столу. Получается очень-очень вкусно, полезно. Фрукты можно выбирать другие по вашему вкусу. В итоге салатик получается не такой дорогой. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. Пишите мне ваши комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.